Шеф-повар Максим Григорьев. Mac and cheese, макароны с сыром. Mac and cheese. Это, пожалуй, одно из самых популярных американских блюд из макарон, имеющее множество вариаций. Например, в меню одной из закусочных в городе Хобакен, Нью-Джерси, насчитывается 14 его разновидностей. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Горчица сухая молотая 1 чайная ложка. Масло сливочное 30 грамм. Молоко 500 миллилитров. Мука пшеничная 2 столовые ложки. Панировочные сухари 3 столовые ложки. Паста фигурная 3,50 грамм. Соль 1,4 чайные ложки. Сыр Маздам 200 грамм. Сыр Пармезан 50 грамм. Сыр Чеддер 100 грамм. Чеснок 1 зубчик. Шаг 1. Для приготовления 6 порций mac and cheese потребуются макароны, я взяла спирали, сыр, у меня 3 вида, Маздам, чеддер и пармезан, молоко, мука, сливочное масло, немного чеснока и горчичного порошка, а также панировочные сухари. Шаг 2. Натрите весь сыр на крупной терке. Отложите примерно 1/3 для того, чтобы посыпать блюдо перед запеканием, а остальное пойдет в соус. Шаг 3. Как можно мельче порубите чеснок. Можно раздавить зубчик с помощью пресса, но мне не очень нравится этот способ. Поставьте кипятиться воду для макарон. Шаг 4. Теперь нужно приготовить бешамель. Растопите сливочное масло, добавьте измельченный чеснок и 1 чайную ложку горчичного порошка. Обжаривайте в течение 1 минуты, постоянно помешивая лопаткой. Шаг 5. Затем положите в кастрюлю муку. Обжаривайте, помешивая, около 3 минут. Мука быстро приобретет золотистый цвет, но в данном случае это заслуга горчицы. Следите, чтобы не подгорело. Шаг 6. Снимите муку с огня и влейте разом все молоко. Размешайте венчиком, чтобы не образовались комочки. Идеально подойдет венчик-пружина с плоским основанием. Шаг 7. К этому времени вода для макарон уже должна кипеть. Положите пасту в воду, добавьте 1 чайную ложку соли и варите, согласно рекомендациям на упаковке. В результате макароны должны получиться, что называется, «эль дентей», то есть готовыми, но упругими, а не мягкими. Шаг 8. Пока варятся макароны, нужно доделать соус. Поставьте кастрюлю на плиту и нагревайте бешамель, помешивая венчиком, пока масса не начнет густеть. Когда она станет напоминать по консистенции блинное тесто, а на поверхности начнут появляться пузырьки, можно добавлять сыр. Шаг 9. Переложите сыр в кастрюлю с бешамелем и перемешайте. Сыр сразу начнет плавиться, но собственной температуры соуса будет маловато, чтобы растопить его весь. Шаг 10. Поставьте кастрюлю на горячую плиту и помешивая, дождитесь, когда соус станет однородным. Попробуйте, посолите, можно добавить по вкусу молотый перец. Шаг 11. Макароны к этому времени уже должны быть готовы. Слейте воду и поставьте кастрюлю обратно на плиту на 2 минуты, чтобы выпарить остатки влаги со дна. Чтобы спиральки не пригорели, аккуратно размешивайте пасту деревянной лопаткой. Шаг 12. Залейте спиральки соусом и тщательно перемешайте. Шаг 13. Уложите макароны в форму, посыпьте сыром и панировочными сухарями. На этом этапе mac and cheese можно заморозить. Я разложила в 4 формы, 1 приготовила на обед, а 3 отправила в морозильник. Шаг 14. Разогрейте духовку до 220°, запекайте до тех пор, пока на поверхности не появится хрустящая золотистая корочка. Приготовление займет около 20 минут.
шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.